Саженцы гортензии крупнолистовой либелла, либелла, отлично смотрятся в групповых посадках. Эти растения нередко высаживают на большой площади, где они создают сплошную пышную зеленую поляну. А начиная с июня до середины сентября, кусты украшены оригинальными соцветиями, в центре которых множество недоразвитых бутончиков розового или бледно-голубого цвета, а по краям раскрываются белоснежные цветы диаметром около 3 см. Листья либеллы многочисленные, крупные и яйцевидные, придают кустам дополнительный объем, служат источником обильного испарения влаги из цветка, вследствие чего кусты нуждаются в регулярном обильном поливе. Гортензия крупнолистовая либелла – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 25 см в диаметре. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гортензия крупнолистовая либелла можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гортензия крупнолистовая либелла в месяц июнь-август. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, осенью цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что гортензия крупнолистовая либелла – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.